60-летняя Лариса Гузеева озадачила героя шоу «Давай поженимся». Артистка начала разговор на неудобную тему. Коллеги и поклонники Гузеевой давно знают, что у нее непростой характер. Звезда фильма «Жестокий роман» сбывает резко в суждениях, она без стеснения говорит то, что думает, и задает неудобные вопросы. В новом выпуске шоу «Давай поженимся» Лариса поставила в неловкое положение жениха по имени Сергей. Мужчина приехал на шоу из Алтайского края. Потенциальной невесте Ине он подарил банный веник и напоил березовым соком. Скромный провинциал и подумать не мог, что Гузеева устроит ему допрос об интимной жизни. Как только мужчина сел за стол к ведущим, Лариса тут же его озадачила. Когда был последний секс перед разводом? В обед развод, утром секс? Или ночью? Спросила брюнетка. Сергей засмущался и замялся. Неловко стало и другим ведущим передачи, Розе Сибитовой и Василисе Володиной. «Да задолго уже до этого», — наконец ответил жених. Однако Гузеевой хотелось подробностей, она продолжила допрос. «Но задолго, это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой, сексишка, я бы даже сказала», — настаивала звезда.